Полине год и 7 месяцев. Она гуляет с бабушкой Татьяной. Кататься на каруселях девочка пока боится. А вот сесть за руль детского квадроцикла – нисколько. От техники ее не может отвлечь даже приезд мамы. Никто и не скажет, что у малышки сложное заболевание. Порог тетрада Фало. Сразу 4 сердечные аномалии. И при этом плохо развитая легочная артерия. Что практически к нулю снижаются шансы к благоприятному исходу операции. Вот. И эту операцию согласились сделать врачи из немецкой клиники. Операция стоит 40 тысяч евро. По статистике, только 20% детей с подобным заболеванием доживают до года. Но у Полины, говорят врачи, есть шансы на выздоровление. Внешне она абсолютно ничем не отличается от других детей. Ни в умственном, ни в физическом развитии. Очень жизнерадостная, любознательная. Близкие Полины надеются на отзывчивых земляков, которые помогут девочке обрести новую, здоровую жизнь. К сбору средств подключился Республиканский благотворительный фонд «Сила добра». Елена Кононова, Антонина Барышнина, Андрей Корнилов, телеканал «Юрган», Воркута.